А тут следующий прилет. И сразу же пошел черный дым. Я вижу, что это возле моего дома практически. Побежала домой. Тут парень прибежал во двор тоже. И он помог кота спать. Больше ничего. Из дома больше ничего не взяла. Знаете, вот как... Когда собака слышит выстрел, и она вся начинает дрожать. Хотя выстрелы где-то в другую сторону. Так вот и я. Все дрожит.